Ну чё, мужики, снега почти нету. Вот, в лесу, конечно, лежит. Вот, чёрный-причёрный красавчик. Такой босой нозик, 16 сантиметров аж. Вот, конский волос. Ну, такой стык, собачка на волю хочет. Вот. Сатинирование. Вот такой вот рукоять, долик. И тонкостью меньше, повторюсь, меньше 3 миллиметров в некоторых местах. Вот этот ножик, когда делал, вот порезал. А этот человек занимается скотоводством, забоем. Так что как разон. Много крови желает этот ножик, дух ножа. Попросту говоря, с баянаем. Рукоять вот такая. Босой ножик, босой. Вот. Такой красавчик едет в поселок Айхал Мирнинского района Гайрату. Ну что, как обещал, апрель. Вот, сегодня отправлю. Заказывайте, мужики, заказывайте.